Всем привет! Я тут оказался в Черкасской области с рабочим визитом. Решил с собой зацепить велик. Проеду сейчас в одно интересное место. Я его когда-то видел в фильме «Черный ворон». Это наш украинский фильм. Там старинный вокзал какой-то есть. Ну и еще одна достопримечательность. В этом же районе есть замок. Как же он называется? В городе Тальне. Основная часть фильма снималась там. Ну, а этот ЖД вокзал тоже присутствовал в одном из фрагментов. Поедем посмотрим, что это такое. Как в реале он смотрится, без декораций. Выехали к Шуваловскому замку, но он закрыт на карантин, так что посетители сюда не пускают на территорию. Мы сейчас его объедем, я вам по кругу покажу. Мы были внутри, там на экскурсии. Интересно очень. Сюда нам прямо поедем по грунтовочке. Какая-то база. Еще серп и молот даже сохранился. 1969 год. Тут административное здание. Скорее всего, лесничество какое-то. Нам сюда вниз по гравиечке сейчас. Я уже в Поташе. Такое маленькое село. Убитая дорога. Село как село, ничего особенного. Вот даже велосипедист какой-то навстречу едет. Строительство сюда не добралось, видимо, или они это оставили на потом. Дорога тут убитая вообще в какашку. Вот на машине я бы сюда в жизни не заехал, вот реально. Посмотрел бы на эту дорогу, развернулся и поехал обратно. На вельчике совсем другое дело. Катишься вся не спеша. О, Уманский район, нормально.
и сразу начался вменяемый асфальт после этой таблички. Но это у нас часто бывает, кстати. Когда вот с Остра едешь тоже, Черниговская область такая, асфальт не очень. Только Киевская область, за табличкой все, сразу резко начинается дорога. И идеальный асфальт, можно сказать. Роги. А куда же мне? Интересно. Сейчас гляну по карте. Здравствуй, яблочко. Обожаю зеленые яблоки. Сейчас я затрепаю. И главное, что все червивые. Это признак того, что они без химии, как минимум. Класс. Просто огонь. Не кислые, тупо сладкие. Возьму себе парочку. Дорогу, пожалуй. Кто молодец? Я молодец. А где я? В молодецком. Все сходится. Тут еще, короче, пару километров. Я в Потоше на железнодорожной станции. Мне, походу, туда. Да. Ну все. Такое вот у меня сегодня агро-гревел. Почему агро? Потому что вокруг одни поля. И вдоль трассы, кстати, очень много фруктовых деревьев. Я уже сегодня встретил яблоки, груши, алыча. Ну, брал только яблоки, потому что груши, алыча — это такая штука. В дорогу можно где-то подобосраться, в общем, немного. Не хочу рисковать, мне еще назад 25 километров ехать. И останавливаться через каждые 20 метров что-то неохота. Так что так. Катим дальше. Так. Ну, опять я в Потоше, только уже другая Потош. Ищем железнодорожную станцию. Ну и магазинчик какой-то, кофейка попить, водички. Не особо это похоже на вокзал. Скорее всего, там дальше проедем сейчас налево, посмотрим. Тоже такие строения еще тех времен, начала, наверное, 20 века. Заедем поближе, блин. В общем, фильм я смотрел этот недавно, но не знаю, тут, наверное, декорации еще кучу наставили. Ну, не узнаю я это место, если честно. Надо обновить воспоминания, пересмотреть его еще раз. Ну, не особо он похож, конечно, на тот вокзал из фильма. Но все равно такое видно, что он очень старый. С этого места уже начинаю узнавать картинку. Фрагмент был здесь, здесь куча торговцев стояла. Столыпин подъехал, выгружали людей. Это вот здесь происходило. Сюда можно приехать на поезде, наверное, и сделать небольшой тур по Черкасской области. Можно, я думаю, покататься здесь денек-второй с Умани и, например, поехать в Черкас. А с Черкас поехать своим ходом в Киев. Такой кружок сделать. В принципе, можно будет подумать. В общем, если будут желающие, то я за в ближайшем будущем сделать такую вылазку небольшую. Все, заправился колой, посмотрел на эту станцию, вот она рядом, тут магазинчик есть. Почелемонил 10 минут и качу обратно. Получилось сюда у меня по километражу 30 километров. Я 30-ка обратно, в принципе, норм. И покатался, можно сказать. Так, красные яблоки я еще сегодня не ел. Нужно обязательно попробовать. Тишина, людей нету. Вокруг одни яблоки и кукуруза. Красота просто. Что еще надо? Встретил тут знакомую по дороге. Тоже катаюсь. Агрогревел. Тут сейчас катнем вместе, да? Да, конечно. Класс. Ты давно тут катусишь? Да, каждый день. Каждый день? Опять. Отлично, хорошо. Поворот. И до дома, да? Накадалось уже. Ну, в общем, у меня, да, получится 60. Уже 53. А как тебе понравилось? Да, прикольно. Направление интересное. Трафика практически нет. Села тоже такие полузаброшенные. Ну, короче. Людей нету. Можно кататься. Можно кукурузы наломать. Тут даже нет пакета. А, ну да. Джерси напихаем тебе. У тебя есть три кармана, как раз три качана влезет. Потому что у меня джерси без кармана. Плохая у тебя джерси. Ну да, не то, что у тебя специализит, да. То есть вся на форме, слушай, такая.
Якам модно, тихо. Так еда?